Возьмите 7 монет разного номинала, положите их на подоконник и скажите эти слова. Очень часто бывает, что человек трудится, старается и не может свести концы с концами. А все это получается потому, что человек где-то неправильно отнесся к деньгам и заблокировал денежную энергию в свою жизнь. Лучше перестраховаться, и чтобы такого не произошло, чтобы не думать, что стало причиной безденежья, нужно периодически проводить ритуалы по привлечению денежной энергии к вам в дом и научиться правильно относиться к деньгам. Очень важно перед началом ритуала настроиться на позитив. А в глубине души сформулировать ваши желания, и все это будет подкреплять ритуал и помогать денежной энергии в большей степени появиться в вашей жизни. И если вы не можете объяснить, для чего вам деньги, если вы, получив их в руки, боитесь даже самой малости, пустите на благотворительность, купить близкому человеку подарок, если вы постоянно думаете, что вам не хватает денег и не благодарите за каждую денежку, что появилось у вас, бедность будет вашим спутником. Так как энергия денег приходит к людям с чистым сердцем и открытой душой. Окна и двери – это входы для денежной энергии, но нужно правильно оформить этот вход, чтобы денежная энергия притянулась к вам и в ваше жилье. В полнолуние возьмите 7 монет разного номинала, поставьте их на подоконник в один ряд с промежутком. Между ними насыпьте по чайной ложке соли и проговорите такие слова. «Соль лунную энергию впитает, потом мои монеты подпитает». Я их в доме держать буду, энергию денег приманить смогу. После этого поменяйте их между собой местами, перемешав солью. Потом среди этих монет выберите одну монету большего номинала и поставьте в центр. Из остальных сделайте круг вокруг монеты большого номинала. Рано на рассвете возьмите монеты и расставьте в угол по всем подоконникам, которые есть в доме. Соль и монету большого номинала так и оставьте на подоконнике еще на 3 дня. После этого монету положите в кошелек, а соль можете выбросить. Монеты, оставшиеся на подоконниках, будут напитываться энергией Солнца и Луны и притягивать к вам деньги. Очень скоро у вас начнет улучшаться финансовое благополучие. Данный ритуал можно проводить каждые полгода. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.